Всем привет, друзья! С вами Неломоб, тут у меня мой зверь, верный мой помощник, мой товарищ. И мы сегодня играем «Привет, сосед». Это уже оригинальный «Привет, сосед», но я подключил мод «Колдуна». Итак, что же тут происходит? Моя семья, боже, я так смотрю на этот портрет и так скучаю по папе в очках, по маме. Нет, вы по маме. Это, наверное, сестра. Это, наверное, братик мой. И это... Три брата, акробата, сестра, мама и папа, я за вами очень-очень скучаю. Ладно, хватит тут лежать, боки свои отлеживать на кровати, давайте лучше разобьем окно. Оу, мы не будем искать легких путей, мы не будем ходить через двери, мы вылезем через окно. Итак, вылезем, и тут наблюдаем. Нету ли здесь у нас никого? Кажется, никого нету. Я бегаю по своему дому в поисках приключений. На дымоходе тоже пусто. Хорошо. Тут ничего нету. Опа. Понятно, где я лажу. Вам теперь все понятно? Я спрашиваю вас, вам все понятно или не все? Так, что там, кто там у нас ходит? Где-то там ходит колдун. Колдун, вашингоу. Колдун. Колдуй, баба, колдуй, дед. Колдуй, серенький медведь. Видели? Там в окошке. Он мелькнул только что. Так, пробуем запрыгнуть на столб. 3, 2, 1. Опа! Не получилось. Хорошо. Какая сегодняшняя цель? Да просто посмотреть, как сосед будет себя в облике колдуна вести, но уже в оригинальной версии игры. Хорошо, давайте же зайдем в дом, понаблюдаем, что у нас тут творится. Так, тут все у нас хорошо. Тут у нас кабель, все тянется, лампа красивая. Только почему ты валяешься, лампа? Стой красиво. Белые шкафчики, белые стулья. Ага, значит, тут это все и раньше было. Что-то раньше я этого не замечал или просто не придавал этому значения особого. Хорошо, еще и ключ надо найти. Ну, возможно, отмычку. Магнит, надо это все дело найти. Обязательно. Вот красный прекрасный замок. Ищем. Кстати, я еще до сих пор ни разу не встретил соседа. Где он лазит? О, моя кепочка. А, вот он, колдун! А, нет, не трогай меня! Колдуняра такой схватил меня за кишки. Ой, за горло. Ладно. Сосед, поменяй шляпу. Одни лучше кепку. Не хочет кепку одевать сосед. Но это не сосед, это колдун на самом деле. Значит, мне нужно каким-то образом залезть наверх. Я помню, что я туда залазил. Ну, наверх я туда залазил непросто. Надо как-то поднять эту штуковину, видимо. Так, разберемся. Используя коробки, я туда залазил. Книгами там разбивал что-то. Я это припоминаю все. Я это все помню. В принципе, мне нужна одна, по идее, коробка. Ага, я вижу, там две коробки уже есть. То есть я тут раньше уже залазил. То есть это мы сейчас сможем повторить. В принципе. Так. И запрыгиваем, в принципе, сюда сами. Ой, есть, зацепился. Думал, сейчас промахнусь. Вот мы и здесь, наконец-то. Вот тут уже мы сможем, получается... Эта штуковина поднимается, там опускается. Вот эта дырка. О, сосед сверху, как он сюда зашел? Как сюда колдун этот проникнул? Наверное, я как-то поднял... Или как он... Нет, я не могу понять. Как он мог туда проникнуть наверх? Его там не было. Никогда не было. Как? Там же двери заблокированы. Непонятно мне немножко это. Такс. Так, книга. Разбиваем. И залазим. Такс. Тут мы уже бывали. Вот здесь что ли открыто? Закрыто. Как он туда-сюда пришел? Как он здесь оказался? Я эту штуковину тоже не открывал. Так. Ключик. Вот. Теперь мы можем ключик взять, этот ключик от машины. Вот который мод они добавили недавно, здесь ключик не висит. А вот здесь висит. И в новом моде ребята многие мне писали, что можно залезть через окно. В новом моде здесь окно очень сильно узкое. Я здесь не пролажу. А, знаете почему я не пролажу? Окно такое же. Просто в новом моде я играю не маленьким, я не маленький, а взрослым я играю. А здесь в оригинале я маленьким играю, мальчиком, и поэтому я тут помещаюсь, в окно могу пролезть. Вот, а в оригинале я в эту дырку просто не пролажу, потому что я играю большим персонажем. Вот в чем прикол. Так, тут мы обустраивались, это я все помню прекрасно. Тут мы это все делали. Но ключ я взял, теперь, по идее, я могу вниз спуститься. Так, к колдуну. Колдунник, книжку мы тут все-таки оставим на всякий пожарный. Мы можем теперь спуститься, открыть багажник, и, по идее, там должен быть магнит. Так, открыли. Магнит. Так,
Он здесь. Все отлично. Магнит, когда мы заполучили, теперь мы можем получить, получается, отмычку. И так должно было быть, по идее, и в том моде. Но ключа там не было, значит, мы магнит достать не могли. Так, нет, это слишком как-то низко. Да, повыше построить. Значит, как сделаем? Попробуем вот так построить из урн себе такую постамент. Получится ли? Так, вроде бы пока что выходит. Вот не знаю, запрыгну ли я на вторую урну или нет. О, запрыгнул. По-моему, получилось. Я держусь, держусь. Теперь я могу отмычку. О, ломик. Но лом, отмычка, гаечный ключ я уже как-то раньше притягивал, что ли, магнитом здесь. Хм, ладно, берем и одно, и другое. И, в принципе, сейчас будем уходить. Уходить куда? А вот сюда. Так, ждите. Ой, сосед, колдун бежит за мной. Колдун, да сколько же можно за мной бегать, когда ты уже угомонишься, колдун? Эй, да не бегаешь ты за мной, колдун. Сейчас получишь ломом по голове, колдун. Колдун, гляди, какой мощный, мощный, здоровенный колдун в шляпе. Господи, какой же он настырный, этот колдун. Пристал ко мне. Колдун без усов. О, не пройдешь, не ломок, не пройдешь. Злится на меня колдун. Видимо, у него сегодня плохой день. Не сильно веселый, не сильно грустный, но просто плохой. Так, значит, что мне нужно теперь сделать? Там есть доски? А, там даже не получается, нету досок. То есть мне ломик здесь вообще не нужен, выходит. Хорошо, тогда мне нужно сейчас бросить колдуну в голову магнитом. Вот моя главная задача. Вот моя главная задача. Где он? Нету его? Ну ладно. Раз уж тебя тут нету, значит тебя нету. Значит, замочек снимаем. И мы сюда должны были зайти, по идее, за гаечным ключом. Видимо, я уже раньше его взял. И потом вот здесь открыл эту штуковину. Где она там была? Вот эту штуковину я открыл. Получается, гаечным ключом. Ну, я что-то тут не вижу гаечного ключа. Видим. А, вот он, вот, все. Открыл. Кстати, надо будет колдуну еще забросить в голову, проверить на... Ой, он наверх полез, колдун. Колдун, ты че наверх полез? Ты что тут забыл? Ходит он, гляньте-ка. В дырку, что ли, сейчас прыгнет? Проследим за колдуном. Чем он тут занимается? Каким-то непотребством. Он реально спрыгнул только что сюда, вниз? Вот как он меня и словил. Он, видимо, поднялся по лестнице. Пока я там лазил, он здесь спрыгнул и там меня поймал. Понятно, теперь все стало мне. Вот. Колдун у нас, конечно, хитрый, но я хитрее. Кстати, там, по-моему, не было лопаты. Видите, здесь какая-то есть подозрительная земля. Мы сейчас проверим еще лопату. Лопату проверим. Потому что здесь я его нигде не вижу. Так, где-то он меня снова засек. Где он? Я не знаю, где колдун. Он тут снова, вон, колдун ползет, колдун ползет. Боже мой, он сейчас меня схватит. Колдун, не смей меня трогать, не смей. Колдун, боже мой, получай ключом по голове. Получай ломиком, колдун. Выкарабкивается, нет, на тебе. Он какую-то магию использовал. Я не мог, не получилось попасть ему в голову, потому что он прозрачным стал как-то. Так, а что же, я все повыбрасывал, выходит. Так, колдун, магнит, получай. Бумц. Боже, вы слышите эти звуки? Он как будто бы залагал от магнита. Когда получил по башке магнитом, он как будто бы аж залагал. А ну-ка еще раз, получай. Опять, вот, аж игру подглючило немного. Хорошо, с этим всем мы разобрались, но я не понял, а есть ли там лопата в этой подсобке, в этом подвальчике? Так, что-нибудь схватить надо будет по дороге. Что-нибудь схватить, чтобы в него бросить, если что. Так, лопата здесь есть или нету? Так, переграждаем путь, чтобы он там туда не залез. Так, все, тут переграждаем, прячемся от колдуна. Колдун, ты не пройдешь здесь никак. Потому что я тут все заблокировал. Вот, видишь, как тут все заблокировано. Все, ты ко мне не проберешься, колдуняра несчастный. Такс. Такс. И коробку. Все, колдун не пройдет. Так, еще можно и клеем все тут бахнуть. Бумц. Клеем еще, сейчас все смажем. Вообще будет великолепно. Так, ну здесь лопаты нету. Я ожидал здесь ее, в принципе, найти. Но, к сожалению, тут ее нету. То есть я не смогу там раскопать ту землю. Так, и чего у меня нету, чтобы отсюда вылететь. Что же делать? Надо как-то выбираться. Одну коробку, короче, один... Где-то рядом, что ли? Так, пробуем привлечь его внимание, колдуна. О, он меня нашел! О, колдун меня нашел! Колдун меня сейчас словит! Быстро, шарик в голову! Ай! Словил меня колдун! Боже, я чуть-чуть бы от него убежал, но мне не получилось. Так, хорошо, красный ключ. Он был... А где красный ключ? Я уже забыл. По-моему, он был там наверху где-то, да? Ага, то есть мы можем по лестнице там залезть сейчас и, по идее, найти, что ли, красный ключ.
Там был же такой столик, и на нем, по идее, он был, помнится мне. Так, пойдемте посмотрим. Оп, оп, оп. Красный столик, красный столик. Слушайте, я забыл, где красный ключ, реально. Его тут нигде нету. Никакого столика. Здесь обычно должен был быть столик, и там должен был быть ключ. Но тут столика никакого нету. Нету, 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 нету. Вот здесь тогда ключ должен был быть красный. А куда я его дел? Куда я его спрятал? Я уже забыл. Вот честное слово. Я куда-то спрятал ключ и не помню куда. Получается интересно у нас, конечно же. А, значит, где-то еще была коробка потерянных вещей. Я такое дело помню. В принципе, мы можем попытаться посмотреть там. Если ключ где-то пропал, то, возможно, у нас получится его найти в той коробке. Так, эта картина, наверное, здесь лишняя. Открываем это дело, но страхуем себя картиной. Чтобы нас колдун не словил. Колдун, колдун, колдун. Колдун баба, колдуй дед, колдуй серенький. Медведь. Так, я не могу вылезти отсюда. Не получается. О, получилось. Все, выкарабкался. Не хочу забирать вещи, пускай тут будут. Хорошая получилась такая баррикада, как будто бы, да? Так, колдун. Колдун, ты где? Как ты будешь меня тут ловить, я не знаю. Но я иду искать... А, тут нету коробки потерянных вещей. О, ужас какой. О, ужас какой. Ключ красный, где ты затерялся? Где ты? Ну, должен был быть сверху, где-то там висеть на крючке. Но я его, видимо, снял и куда-то выложил. Вот. Не могу туда попасть, не могу в подвал. Ну, в принципе, мы знаем, что там дальше будет. Это же оригинальный сосед. Дальше будет просто подвал, в котором нам нужно будет его тоже там мучиться, проходить, хитрить, 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 хитрить и хитрить. Хорошо, хорошо, хорошо. Тут у нас... Слушайте, а что если загрузить последний акт, и неужели сосед там будет в виде колдуна? Реально, а что если загрузить последний акт? Помните, там, где он был здоровенным таким? И по идее, если мы сделали кастомизацию, то по идее сосед должен быть здоровенным колдуном. Там. Огромный колдун. Но я думаю, что я постараюсь до этого момента пройти, загрузить этот момент, но это уже мы сделаем в следующем ролике. О, лопата, кстати, о птичках. Мы можем это раскопать? Нет, тут ничего не выкапывается. Вот здесь я пробовал, видимо, в прошлый раз копать, и у меня ничего не получилось с этим делом. Тут ничего не выкапывается. Лопата все-таки была. Ух ты, как она красиво стала. В общем, вы поняли, что в принципе можно играть и в оригинальную версию соседа, и использовать его костюмчик колдуна. Но я попытаюсь в следующий раз загрузить уже финальный этап, финальный уровень, и чтобы мы, получается, уже там с гигантским соседом попытались побороться, когда он будет в костюме колдуна. Это будет уже завтра. Всем спасибо за просмотр, с вами был Неломоп, маленькая вот овечка на плече, подпрыгивает у меня по имени Цезарь. Спасибо вам за лайки, за то, что оцениваете мои другие ролики тоже, не только соседа. И все, в принципе, увидимся в других роликах. Пока-пока.